Президент України Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів. Про це він зазначив в інтерв'ю телеканалу ICTV. Цитата: «Хочу усіх заспокоїти. Вважаю багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства. Достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами – порівняння з європейськими цінами». Також Зеленський зазначив, що якби влада не втрутилася у цю ситуацію, ціна на газ для населення була б як мінімум 50 гривень, тоді як зараз близько 8 гривень. Зазначив президент. І зараз ми долучаємо до нашого ефіру кандидата економічних наук. З нами телефоном Володимир Максимович. Пане Володимире, я вас вітаю. Да, добрий день. Дякую, що долучилися. Отож, дивіться, на даний момент ціна на газ складає 8 гривень, за словами, до 8 гривень. За словами президента, це значно нижче, ніж в інших європейських країнах. Але питання в тому, чи не доведеться нам з часом все ж таки платити значно більше, або якось відшкодувати цю різницю? Ну, эта цена до 8 гривен названа без доставки. Я думаю, что еще 1,5-2 гривны добавят. В районе 10 гривен за кубометр будет стоить нам этот газ. Ну, в принципе, тенденция идет к тому, я посмотрел сегодня котировки, если вчера цена газа на европейском хабе была больше 1000 долларов за 1000 кубометров, то сегодня она упала до 980. Первое. То есть раз цена падает, то в принципе это тоже высокая для нас цена, но она будет доступна. Это не 2000. Во-вторых, прошла информация, что Северный поток 2 заполнили техническим газом. То есть газ уже завтра может появиться в Германии из России. Будет предложение газа, цена еще упадет ниже. Я прогнозирую где-то так долларов до 500. Теперь вернемся к Украине. Называется цифра, что в наших подземных газохранилищах 9 миллиардов кубических метров газа, из которых 3,5 – это газ не украинский, то есть иностранных покупателей. Ну, считайте, 15,5. Хватит ли нам 15,5 на отопительный сезон? Зависит от того, какая будет зима. Если зима будет холодная, то, в общем-то, в феврале, в марте зубами будем цокотеть. Если будет теплее, и будем как-то более бережно относиться к сохранению тепла, то есть я имею в виду утепляться, беречь тепло, не греть атмосферу зимой через теплотрассы, раскрытые без изоляции, то, в принципе, нам хватит газа. Хватит ли нам удержать эту цену на уровне 8 тысяч гривен за кубометров? Это зависит от того, найдем мы в бюджете эти 15 или 17 миллиардов гривен, чтобы компенсировать эту разницу. Потому что все-таки цена газа высокая. Ну и главное, ну я думаю, что этот звоночек вот такой высокой ценой на газ, а в Европе он достигал 2000 долларов за 1000 кубометров, это вообще уму непостижимо. Вот этот звоночек прозвенел для европейцев, не поняли, что с Россией торговать по-нормальному нельзя. Россия всегда будет пользоваться своей возможностью использовать товар, в данном случае газ, как политику, и будет пытаться решать свои политические вопросы ценой на газ. На Украине тем более нужно понять, что мы должны срочно, немедленно заняться разработкой наших газовых месторождений. В принципе, ну вот до февраля, до, да, так сказать, зимы, ну каких-то полмиллиарда, миллиард мы еще можем добыть газа, ведь наши насосы качают газ, это мы назвали сколько в газовом подземных хранилищах, 19, а за этот 3-4-5 месяцев мы можем еще миллиард накачать. То есть где-то мы находимся вот на уровне выживаемости. Ну и теперь многие спросят, ну вот как тут вот Зеленский повел себя, когда сделал такое заявление. Ну, знаете, я вот ровно 50 лет назад, в 71 году, я занимался в среднем мореходном училище. И нам как-то капитаны опытные, старые преподавали и говорили, что руководитель должен быть не просто классным специалистом,
он должен быть еще и психологом. И бывает такое, когда на судне пожар, в трюме все горит, металлическая палуба уже настолько нагрелась от огня, что у капитана туфли начинают гореть, подошвы туфель, а он стоит у штурвала. Но команде он говорит, все нормально, идем своим курсом. Потому что самое страшное на судне, это не всегда пожар, это паника. Паника, которая деморализует и парализует работников. Вот это самое страшное. Поэтому заявление нашего президента Зеленского, как бы к нему ни относились, я отношусь очень критически, правильное. Надо, чтобы люди не паниковали. Надо, чтобы как-то мы рассчитывали на то, что зиму мы пройдем. Ну а Кабмин и власти должны все сделать, чтобы мы до апреля месяца не замерзли, чтобы и предприятия не остановились, не задавить их ценой 35-40 тысяч гривен за 1000 кубометров, ну и чтобы жители не умирали с холода и выжили. Позиция правильная. Если мы ощутим себя одной командой на этом корабле хотя бы до 1 апреля, и капитаном признаем, что каким бы он ни был, таки Зеленский, этот отопительный сезон мы пройдем. Так, питання в тому, яким буде наступний опалювальний сезон, але це питання, не знаю, риторичне поки що. Щодо Північного потоку-2, ну, я не думаю, що завтра ось Росія може запустити газ до Німеччини, тому що там ще має дати свою відповідь європейський регулятор, а ця ситуація може затягнутися на кілька місяців. Я думаю, що це буде швидше. Для цього цей шантаж і був затіян. То срочно-срочно сделайте сертификацию, потому что у вас цена 1500-2000 долларов, а у нас уже газ фактически в Германии. Если техническим газом заполнили, то это значит, вентиль открываете в Германии и уже пойдет. То есть, в принципе, их сдерживают только, ну, даже не технический, а юридический вопрос. Вопрос сертификации, выдачи разрешения на эксплуатацию этого газопровода. А технический газ уже в Германии. Так, дуже вам дякую, пане Володимире, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Максимович, кандидат економічних наук, був з нами телефоном. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV. Цитата: «Хочу всіх заспокоїти, вважаю багато важливих предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівнянню з європейськими». Також Зеленський зазначив, що якби влада не втрутилася в цю ситуацію, ціна на газ для населення була б як мінімум 50 гривень. Тоді, як зараз, близько 8, зазначив президент України Володимир Зеленський.